Смирно! Серега, я это записал. Что именно? А? Да, вот то, что я сказал. Да. Вот Саня, а. Вот Саня. Да. Привет всем. Посмотрите туда. Вон там большой таганай у нас. Вон там и цирк. Вон там на машине Юрма тянется. Куда мы сегодня поедем? Это вот наша запаска. Сороковое колесо, которое нам сделал ООО «Внедорожник» в городе Челябинске. Ну что я хочу сказать, сделано очень классно, мне понравилось. Когда я, конечно, узнал цену, я испугался, но, блин, это стоит того. Показываю, как работает. Работает это вот так вот. Все сделано четко, покрашено. Варено, все швы ровненько, ну блин, я не знаю. Если бы у вас так делал на заводе, ну, наверное, он старается так делать. Это было бы вообще здорово. Здесь типа отбойничка. Он вот сюда вот видно, пятно прижимается вплотную. То есть он как бы уже заранее чуть-чуть ложится сюда. Здесь сделали усилитель, такую пластиночку. Вот, пожестче, чтобы было. Так, закрываем. Все, приятно. Мини-отбойничек. То есть все прям классно, красиво, все вообще. Я даже бы сказал, шикарно. Все покрашено классно. Пескоструено, не знаю, покрашено. Все четко, все. Это мини. Получился мини-силовой бампер, я бы так сказал. То есть он как бы. Уже вот сколько тут у меня было контактов, уже вся эта пластмасса уже от сжатия и разжатия, вся потрескалась уже. Тут и фонари все треснутые. С той стороны фонарь новый поменяли. Вот, ну будет как бы немножко где-то что-то спасать. Ну, смысл такой, что не было задумано изначально именно бампер силовой. Просто поехали, сказали ребятам, сделайте нам, чтобы запаска была где-то висела. Вот сделали. Интересно. Как сделано снизу. Раму они там. Да, то есть крепится за раму в четырех местах. Ну да. Да. То есть в четырех местах крепится. Вот все. Тут посредством фортов. Здесь тоже. Здесь приварена вот эта вот кочерга. Как ее назвать, не знаю. Ну, то есть... ну да, обратить надо, конечно, внимание на то, как качественно все сделано. 57 килограмм. Чтобы общий как бы видно, как сделали. Вот видишь, ограничитель как бы он такой. Ну конечно, при уклоне не, вряд ли задержит, поможет, его оторвет. Но смысл такой, что как бы понятно, чтобы она вот так вот сейчас, когда открываешь, не болталась. Вот, вот сам бампер виден. Для тех, кому не нужна запаска, сороковое колесо, я считаю, вот это вот мини-силовой бампер очень даже неплохо выглядит. Вот такую вот штуку себе поставить, он реально будет спасать в лесу от. Ну, правда, тут если запаска еще, она как бы это сюда дальше выходит. Но смысл такой, что вот бампер получился такой. Под запаску. Давай захлопни его. И все, наверное, хватит. Подшипник там регулируется. Там он снимается крышечка. Там регулируется. С каким рычагом, в смысле, с каким натягом рычаг закрывается, открывается. Как-то так. Она чуть-чуть играет, но не так сильно. То есть она играет
По-любому будет. Но... Да, еще такой момент, вот сам наклон. Да, наклон. Интересно. Наклон. Наклон тоже ниже, там показал, да, что упирается. Да, чуть-чуть буквально там он упирается в этот. Вон он, Влад приехал. Это хаммер. А это с завода уже все хорошо сделано. Погнал, наконец. Ну, в рождение, что ли, тебя? Спасибо.